Вот 8-метровая арматура приехала. Ну что такое? Пнел наздутая. Трясет писец как. Во, все, пошло, подниматься начало. Домишки здесь в поле. Частный сектор строительный. Вот мне сейчас сюда здесь это копать, на эту строительную. Пока не знаю на какую. Время уже пол четвертого, блин, я еще не это. Поворотик здесь, да? Получается, что шестьдесят три штуки по 11,7 это, ну, это по идее по тонне 0,693 83 цена косаря, что ли, 57 520 63. А 8-миллиметровая, 6 метров она длина и 8 штук. Она по 87 за тонну, нифига себе. 1740, итого 59 260. И это только арматура, не считая работы, не считая бетона, не считая ничего. Не считая подушки. Ну, доски там на... Сколько там? Доска на 5000. Представляете? То есть, получается, 5 косарей. Плюс это, плюс тот. Это писец цифра. Да, это, ну, нормально. Плюс, считай, работа будет... 70 где-то, потому что мы там квадрат неправильно посчитали. Я думал 7 на 6, а там 8 на 6. То есть еще добавится денежка. Ну пофиг. Мне уже по барабану. Че там, как? Короче. Плюс бетоны. Ну, бетона там кубов 7, наверное, будет, может, 8. Ну, короче, я не знаю, наверное, 100. Да нет, 200 с чем-то она обойдется. Мне так кажется. Ну, 60 уже арматура. Ну, просто считаем, 60, там, 70, да? Не, 60 арматура. Допустим, 70 работы, это 130. И бетон... 1070 80, ну, блядь, 240, наверное, она обойдется. Офигеть можно. Офигеть, неутепленная плита, просто 240 косарей. И это еще дешево. Это еще дешево. Блин, цены, конечно, я скажу, такие, ну, нифига не это. Какие-то не детские. А экскаватор-погрузчик, да, есть, кто ездит по 3-300 час. Но он не строится, наверное, он запчасти не покупает на экскаватор-погрузчик. У него не ломается он, наверное, потому он и не знает. В магазин не ходит он, наверное, муку не покупает. Наверное, траву ест. Ну, наверное, я хз, я не понимаю вообще таких цифр, которые они озвучивают за час. Вообще не пойму, просто не понимаю. Погода, да, сегодня солнце светит. Прибыли к месту назначения, сейчас попробуем заехать во двор,
что у нас получится с этого дела, непонятно пока что. Блять, надо заламываться будет сильно. Ай, как торсионом сейчас. Хуеваста, блядь. Надеюсь, там камней никаких нету. А нет, вроде все нормально. Не хочет ехать, я вам скажу. Как-то. Трал. Трал не хочет ехать, падла. Говорит, нахер. Сопротивляется. Попробуем еще один угол поменять. Угол поменять. Торсионы неохота сломать мне нахер. С этого всего дела, блядь. Блядь. Пиздец, конечно. Нахуй я, наверное. Съеду я, наверное, а потом... Съеду, а потом перееду. Такой заказ кабеля. Откапали. Параллельную яму копаем. Кабель целый. Или сука. Не знаю, короче, кто это. То ли она, то ли он. Короче, целые. Хотят гуф уложить и засыпать, но вроде засыпать мне говорили не надо. А сейчас, может быть, и надо будет. Не знаю пока что как. Сказали тут час копать. Ну, я где-то примерно так и копал, мне кажется. Холодно. Пар идет. Да, дубак, блин, ноги замерзли. Ну, в комбезе, сверху штанов. Блять, холодно все равно, писец на холодец. Я офигею какой-то. Что-то ботинки мои тут порвались. Бать, дубак, что-то вообще конкретный нахрен. Дубачок. Ждем до первой звезды. Но уже почти 2 часа, час 45. Сейчас они, ну, надо только выкопать, а сейчас как бы они решили, что надо еще и уложить, закопать. Вот, поэтому ждем, пока они уложат кабель, и будем закапывать. Хотя разговора не было об этом, но нам-то что? Время идет, никуда не спешим. И заказ прилетел в деревню наши. Надо ПГС разровнять. На воскресенье желают люди. И как раз их устраивает прям после 12 часов дня. Вот прям вот то, что доктор прописал. Вот этого, где я сейчас копаю кабель, устраивало именно после 17, да? Когда все великие трактористы уже едут спать. На горшок и спать. А вот другим людям нужно, чтобы другие экскаваторщики, трактористы, которые спят до обеда, копали у них вечером. Как вы думаете? Правильно это, нет? Или они тоже неправильно поступают? Им надо с 8 утра копать. Ну, я ему говорю, ну, у меня 4500. Он такой, да, в принципе, нормально. Я говорю, не, я просто сразу говорю, чтобы потом не было непоняток. Он говорит, да, там, говорит, плюс-минус такая цена и есть. Говорит, все правильно, что делать, сразу говорите цифры. Я говорю, ну, чтобы потом, говорю, не было там каких-то обид или что. Да, говорит, все нормально, проблем нет. Так что будем копать. Наверное, в воскресенье, если ничего не случится. Снег обещают, правда. Мне уже звонили по шиномонтажу. Я сам хотел сегодня переобуться. Ну, может, переобуюсь сегодня еще. Ну, посмотрим. Время 8. Холодно, блин, зараза, в комбезе, в штанах. Считай, двое штанов плюс комбез. И то я замерз. Прям на куртку оделся. Вот куртка. И все равно мне дубак, блядь, холодно. Две шапки.
Ну, холодно. Градусов я не знаю. Блять, может минус 2. Минус 1, 0 может быть. Что-то дубак какой-то конкретный. Сижу греюсь, пока не кабель там уложит. Короче, в итоге получилось 4 часа. Ну, пока не закопали, засыпали. 2 часа они где-то примерно засыпали. Все это дело, кабель проводили. Ну и все, того 19 в копилке. Загнал на мойку, трактор помыл. У нас есть теплая мойка такая тут. Горячей водой можешь мыть, можешь холодной, как хочешь. Горячей водой. За 300 рублей промыл все это дело. Все четко. Ну, пришлось съезжать, потому что там, там получается бокс, и в нем несколько постов. А с прицепом-то как ты там проедешь? Никак. И пришлось сгружаться, мыть и потом опять загружаться. Потому что, ну, невозможно по-другому заехать никак. Вот такая ситуевина. Хоть вымыл всю эту глину, всю эту вот землю, которая там была. Уж, ну, блин, куда нахер? Она замерзает сейчас и будет хана. Я думаю, все равно больше уже заказов не будет. Ну, может и будут, но я что-то не очень как-то хочу ехать на них. Я замерз сегодня, вообще жесть. Полные глаза грязи. Налетело прям в глаза, блин, а. Зараза, блядь. Все, все машины заледеневшие становятся, все. В инее все стоят. Минус сколько-то. Сколько, но минус сколько-то. Завтра 70%, что будут осадки, какие, конечно, непонятно, но что-то будет завтра, какие-то осадки. Сам трал не стал мыть, на нем тоже говна там, но как ты не заедешь никак там. Короче, фигня какая-то. Нет, тачку мыть заебись горячей водой. Особенно зимой и особенно лед сбить. Загнал в боксе тепло. Кипяточком ее помыл. Вообще зачет. Ну все. Че, сегодняшний день всего лишь так. Так вот. Ну, хотя вчера звонили с утра, типа надо было трактор. Не знаю, ко скольки с утра. Короче, нужен был, ну, на сегодня вот нужен был трактор. С утра в колу. Там еще заземление. Потом должна была какая-то приехать испытательная станция. Ну, короче, вот надо было им что-то делать. Я говорю, не, я. Я 4,5. Они такие, о. Я такой, че, о. Не, нормально, говорит, 4,5. Я, говорит, ничего против не имею, нормальная цена. Нет, вот, вот писец, да? Вот как вот так вот, блядь? Я говорю, я не могу, занят. Как бы с утра туда-сюда, говорю, поищите там в коле. Да, блядь, вы заебали все давать телефоны, типа, по 5-6 объявлений даете, там один и тот же, типа, телефон. Ну, короче, объявления дают одни и те же. Разные номера телефонов. Я, говорит, заебался звонить одно и то же, короче, ну. Я говорю, да не, чего, блядь, как? Ну, вот так вот его слова. Что... 5 объявлений, и все, блядь, один и тот же берет, только разные номера телефонов.
короче, хитрецы и поняли, да, какие дают объявления, суки, блядь, а все одно и то же принимает человек. Так что вот так вот. Я говорю, в поле поищи, там будет. Я говорю, если что, я только после 12 могу. Он говорит, ну если там это испытательная станция, там согласится, что-то ля-ля-ля, бла-бла-бла, тогда, говорит, я вам позвоню. Говорю, ладно, все, давай, говорю, удачи, пока. То есть, ну а я за металлом поехал после 12. То есть, как бы, ну, и вообще было сегодня никак. Ну и все, и вот-вот. Можно было с утра еще съездить куда-то сегодня на заказ, на какой-то, какие-то, выкопать ямку, они должны были туда положить какое-то заземление и закопать. Ну все, вот как бы. Вот такая вот суета. Так, 22:49, я еще не дома. Завтра, в принципе, никаких заказов нету, как бы. Пока что, утром посмотрим. Их тоже нету, а в течение дня они находятся. Поглядим, что завтра будет.